в вступление в книгу Зор. Один. По поскольку глубина мудрости заключенной в святой книге Зор тщательно скрыта за тысячу замками. А наш человеческий язык слишком беден для того, чтобы мы могли найти в нем верные выражения, достаточные для того, чтобы дать исчерпывающее объяснение даже одному слову из этой книги. То составленный мною комментарий есть не что иное, как лестница на иврите сулам, с помощью которой читатель может вознестись ввысь этих слов. Я тельно думаться и впитеться в смысл написанного в этой книге. Поэтому я счел нужным подготовить читателя и указать ему путь и подход к изучению и постижению в этой книге, обратить его внимание на ограничения, которые необходимо иметь в виду. Начнем с того, что ты должен знать, что в книге Зоа даже в словах Акаты, содержащиеся в ней, говорится исключительно о расположениях 10 сферот, называющихся Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Ницах, Хот, Есот, Маркуты, а также о сочетаниях и расположениях. Языка, на котором мы говорим, и их сочетания достаточны для того, чтобы мы могли раскрыть любое желание и любую премудрость. Точно так же и расположения 10 сферот и сочетания их расположений достаточны для того, чтобы раскрыть всю мудрость, заключенную в этой небесной книге. Но на самом деле это тут есть раскрытие, обусловлено тремя ограничениями, к которым нужно относиться и
весьма осторожно, чтобы не выйти за их пределы во время изучения.